Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова. И как быстро пролетают каталоги Oriflame. 3 недели и новый каталог, и нас ждет уже каталог номер 9. Солнечный, красивый, летний, позитивный. Я замучилась выбирать топ-10 продукции, потому что я приклеивала закладки то на одни продукты, то на другие, и мне так многое хотелось вам показать и рассказать. Но так как мы ограничили себя десяточкой, поэтому мы будем говорить только о 10 продуктов и начнем по порядку с первой закладки. И как ни странно, это будет wellness. А чего тут странного? Wellness — это очень полезный продукт, который я обожаю, всем рекомендую. Почему же я буду о нем молчать? Конечно же, нет. Комплекс морской, кальций и витамин D, 30 таблеток всего за 999 рублей. Я уже пропивала две баночки, и я понимаю, что это очень нужный продукт для организма, тем более для взрослого организма. Где я могу еще взять кальций, как не здесь? Поэтому я буду заказывать для себя и рассказывать клиентам. Будут заказы — классно, нет, ну по крайней мере для своей семьи я этот продукт точно закажу. Следующая закладка у нас на страничке с гелями для интимной гигиены. Я обожаю этот продукт. У меня сейчас вот здесь есть представитель в розовой крышечке, с розовой крышечкой. Этот гель у нас защитный. Я перепробовала уже практически все, но розовый еще не пробовала. Ой, пробовала розовый, а зеленый не пробовала. Вот, желтый мне не понравился. Сейчас расскажу почему. Он кремовый, то есть если эти все гелевые, прозрачные, они пенятся и полностью устраняют все запахи, то на желтый мне показалось, что он не устраняет запахи до конца. Как я это проверяю? Я обычно, когда готовлю, если я работаю с луком или с селедкой, то есть ну, какие-то рыбы, например, продукты, которые оставляют неприятный аромат на коже, чеснок. Вот, в ближайшее время прям работала с чесноком. Так вот, после того как я закончила готовку, я гелем для интимной гигиены мою руки просто активненько, не быстро намылила и смыла, а я прям спокойно намыливаю везде под ноготочками, всю кутикулу смываю, нюхаю — нет запаха неприятного. Вот так я проверяла. Когда я пробовала желтый в этой роли, устранитель запаха не устраняет до конца. Вот так я сделала вывод, что я не буду больше пока заказывать этот гель. Хотя он идеально подходит для возрастных женщин в период менопаузы, поэтому если нужен именно такой продукт для такой женщины, то конечно мы его будем рекомендовать. А сейчас я рекомендую розовый, а с фиолетовой крышечкой — это для девочек-подростков от 13 до 18 лет. Его я тоже не пробовала, но у меня брала подруга для дочки, сказала, что он классный, они даже всей семьей им пользовались, им очень понравился. Следующая страничка. Так, что я вам приготовила? Ну конечно же, очищающий гель для рук с кокосом. Наконец-то! Вот у меня просто крик души, наконец-то мы дождались этот продукт. У нас как-то в компании были эти продукты, они периодически менялись по ароматам. Всегда была эта бутылочка, очень лаконичная, удобная. Мне нравится тем, что у нее вот эта крышечка просто вот так откидывается. У меня нет сейчас показать вам этой бутылочки, надеюсь будет. Крышечка откидывается, капельку капнули, крышку захлопнули, то есть не надо двумя руками держать флакон, это очень удобно. Капельку капнули, растерли, остается чудесный аромат, в этом случае будет аромат кокоса, который я лично просто обожаю, и поэтому я буду набирать много. Я не знаю, почему компания снимала этот продукт с производства, но я рада, что его нам вернули. Я думаю, что это будет очень популярный продукт среди всех и консультантов, и покупателей. Следующий продукт, который я сделала закладку, пока показать вам его не могу, это патчи. Это необыкновенные патчи, серия Optimals. Патчи не дешевые, если сравнивать с ценами других фирм, например, с корейскими, то там целые банки можно купить, ну, в пределах там, ну, 500 рублей, 800 рублей, я так немножечко по ценам посмотрела. У нас же получается 3 упаковки, то есть это на 3 применения будет стоить 399 рублей. Где-то 100...
133 рубля одна упаковка. Вроде бы недорого, но если пользоваться часто и хочется пользоваться хорошим продуктом часто, то получается достаточно прилично. А с другой стороны, если ходить к косметологам, вкалывать, там девчонки колят диспорт, да, всякие уколы делают в лицо, которые я жутко боюсь, я ни разу ничего не делала. У меня вот честно, у меня страх. Я просто боюсь, боюсь уколов, и не просто боли, я боюсь, что мне навредят. Так вот как бы я старею потихонечку, так красиво, ухоженно, морщинки появляются, но они не страшные, не отвратительные, они естественные, это нормально, это, знаете, как природа. Весной все распускается, потом увядает, листики опадают, потом зимой все стоит голое, лысое, потом опять. Ну как же, мы же этого не боимся, да, как бы мы во всем находим прекрасное. Так вот, я считаю, что если женщина ухаживает за собой, выглядит красиво, ухожен, то даже если ей 70-80 лет, она все равно будет красивая. Вот, это мое мнение. По поводу патчей, я очень рада, что они у нас появились. Я так давно хотела, чтобы у нас был этот продукт, однозначно я его буду брать, буду рекомендовать. И что мне понравилось, то что здесь они в отдельной упаковке, каждый в отдельной. И, например, если я куда-то собираюсь ехать, я обычно стараюсь с собой взять что-то маленькое, то есть я не тащу с собой большие флаконы, я даже гель для интимной гигиены я стараюсь перелить в маленькие тюбики, я покупаю маленькие гели очищающие для лица, когда они вот бывают у нас в каталоге, да, я беру все малюсенькое, шампуни, кондиционеры. И это классный вариант, когда мы с вами берем такую упаковку, например, едете вы в отпуск на неделю, ну две штучки надо взять, когда только прилетели после самолета, уставшие такие, измотаны, и когда там первые дни адаптации идут, например, 2-3 дня еще раз надо сделать, и потом уже улетаем свежие и красивые, и уже дома делаем патчи. Поэтому я считаю, что это очень даже здорово, то что они отдельные, в отдельной упаковке, они целая банка, потому что обычно продаются патчи в банках, и их там много, и целую банку с собой тащить это точно неудобно. Согласны со мной? Я вот люблю, когда вы тоже пишете комментарии, что вы выбираете, что вам нравится. Я буду всем рекомендовать это масло. Это просто бомба масла. У меня сейчас масло, сейчас скажу, как правильно оно называется, укрепляющее, правильно? Двоечка, да. Это укрепляющее в зеленом флаконе. Здесь есть еще ночное и защитное. Ночное синее, укрепляющее зеленое, а защитное желтая, ярко-желтая. Вот из всех масел, которые нравятся мне абсолютно все, они чуть-чуть разные, но эффект ото всех классный. Какой эффект? То, что волосы становятся более плотные, напитанные, классно расчесываются, они блестят, они не выглядят испачканными. Вот сейчас на мне, я сегодня мыла голову, мазала масло, на мне 5 капель полностью, то есть полное нажатие, раз, два, три, первый раз, просушила волосы, раз, два, растираю на ладошках и снова переношу на волосы с теплых ладошек, то есть масло надо согреть и перенести, и они выглядят вот, то есть они не путаются, они легко вот расчесываются, у них хорошая структура, они не топорщатся, я их не вытягиваю феном, не выглаживаю утюгами, вот они просто лежат ровным полотном, мне это очень нравится. И я ощутила эффективность масла, когда я делала смывку, если кто-то выходил из черного цвета в светлый, вы знаете, что катастрофа, что с волосами. У меня реально, у меня была коса ниже пояса, сейчас вот осталось меньше половины массы полотна, длины полотна, не массы, длины, и я спасла их только маслом, только маслом, иначе мне пришлось бы делать очень короткую стрижку, потому что волосы после этих смывок были в ужасном состоянии. Так вот, масло огонь, просто огонь, оно очень экономичное, его не обязательно по 5 капель, если волосы, например, не такие высушенные, как у меня, то 2 капельки, 1 капелька на более короткие волосы, и оно прослужит очень-очень долго. А еще они все чудесно пахнут, но самое вкусное по запаху синее ночное, там просто нереально крутой аромат. А еще я хочу сказать, что ночное масло я наносила никогда не на ночь, ни разу не на ночь, я не мою голову на ночь, мне некомфортно, я люблю вымыть голову с утра, сделать вот эту укладку, чтобы уже со свежей головой ходить весь день, поэтому я его использовала утром, все было
шикарно, хотя пробовала и на ночь, разницы я не увидела. Вот это мой отзыв. Далее я сделала закладку на серии для ног, хотела сказать, с ногами, да, здесь такие красивые ноги, а так как сейчас лето, то за ногами особенно тщательно приходится ухаживать, я это ощущаю на себе, потому что у меня постоянно идет скрабирование вот с этим чудесным скрабом, у меня, кстати, заканчивается. Я еще попробовала вот этот вот гель от, как он называется правильно, на топтыши, там сыворотка, размягчитель, мозоли и на топтыши, тоже работает классно, если пользоваться каждый день. Вот я как сделала, я каждый день перед сном наносила, кстати, у него такой маленький расход, сейчас вам покажу, какая капля, пахнет так вкусно, у него чудесный аромат, смотрите, вот такая капля, капаешь, вот этого хватает на всю ногу, на одну ногу каплю, на другую, поэтому расход очень маленький, впитывается так классно, вот просто смотрите, вот так вот впитывается и исчезает, ни липкости, ничего нет. Я наносила вот везде между пальчиками, вот это вот где около большого пальчика обычно на топтыш такой нехороший, пяточку, то есть вот мне понравилось это средство, прям 1-2 капельки на ногу достаточно. Далее что я здесь еще хотела бы отметить, забыла взять, на пяточнике, девочки, мальчики, это надо всем. Вот смотрите, вот тут маленькая-маленькая картиночка, вот они, это силиконовые напяточники. Мы когда их получили, в общем-то я бы их никогда не купила, честно, я думаю, ну это вот, у меня слово такое есть, хрень, ну неприлично, да, его видео произносить, я просто скажу, ерунда, я думаю, это ерунда. Так вот, я увидела в одном из чатов, кто-то выложил две пяточки, то есть девушка сделала так, она нанесла на одну ногу крем, одела на пяточник, а на вторую ничего не делала, оставила как есть, потом сняла и сделала фотографию, у меня вот такие глаза просто были, мне сразу стало надо, хотя у меня такой резкой проблемы с пятками нет, но больше даже проблема у Миши, потому что он, ну, мужчина не так тщательно ухаживает за собой, я за ним ухаживаю, вот если я вспомнила, что надо Мише там ноги помыть, поскрабирование сделать, пяточки потереть, я это делаю, сам он этого делать не будет, опять же крем я наношу сама, ну такая вот я женщина ухаживающая, и я сделала так, два напяточника, мы с Мишей помыли ножки, и я ему на одну ногу сделала и себе, у меня конечно разница была сразу, я такая, да, класс, особенно на ощупь, какие они стали классные, у Миши разница была такая, что я тоже сделала фотографию, если мы ее найдем, я попрошу Мишу вставить видео, и вы поймете, что это нужно всем. Далее, вот эта пилка, невероятно крутая пилка, потому что если раньше в Oriflame выпускали такие тоненькие пилочки, и ими там трешь с утра до вечера, оттер, все хорошо, эта лопата широкая, широкая, удобная, с изгибом, и ей прям берешь так, раз, два, три, одна пятка готова, раз, два, три, вторая готова, быстро, классно, и она такая прям ух, хорошенькая, я прям на эту пилку наношу скрабы, тонкую полосочку, и с этим скрабом сразу вот делаю вот эти штуки, потом по бокам, конечно пальчики неудобно, пальцы я уже руками делаю скрабом. Вот, похвалила, сейчас еще посмотрю, что мне здесь очень нравится. Маска, конечно, для ног, вот я ее брала неоднократно, я брала вот этот вот крем с дозатором, он, знаете какой, я такие крема называю ласковые, ласковые, это значит, вот он, его наносишь, и он такой мягонький, сразу весь впитался, и кожа после него такая ласковая-ласковая, как у малыша, вот я называю эти ласковыми. Потом я пробовала, так, дезодорант, антиперспирант, конечно, классный, и вот я пробовала от натирания дезодорант специальный, ну вот я не могу сказать, что прям вау-эффект, потому что у меня не было такого, что я нанесла его и одела, обула на себя, как же правильно, ну ладно, примерила новые босоножки, которые могли бы мне натереть, вот у меня такого просто не случилось, поэтому если у вас был такой опыт, что вы реально спаслись, когда купили новую обувь, нанесли этот спрей, и у вас не возникло натертости никаких, поделитесь просто в комментариях. Вот гель для снятия тяжести в ногах я не брала, но у меня почему-то есть предчувствие, что это очень классный продукт, опять же мне очень нравится дизайн,
очень-очень-очень. Много раз я повторяю очень, потому что в топе я действительно показываю продукты, которые мне самой очень нравятся. Следующая закладка — это лучшая тушь, которую я пробовала в своей жизни. Вы знаете, у меня есть сейчас опыт, появляется опыт использования даже туши других компаний, присылают на обзоры, и я могу сказать, что да, туши неплохие, но все время хочется вернуться к туши 5 в 1. У меня упаковка не та, которая представлена в каталоге, но тут важно показать вам кисть. Вот такая кисть, она у нас идет с легким изгибом, если вы видите, с легким изгибом. И что я отмечаю, она как в конце тонкая, потом расширяется, и начало тоже тоненькое. У нас просто есть такая же тушь 5 в 1 XXL, так у нее вот тут широко и тут как-то широко, и первое время мне было тяжело приспособиться к ней, а с этой никаких проблем, то есть ее берешь сразу, просто ресницы вау какие. Что она делает? Она и объем придает, не сильный прям, вот не мега такие толстые толстющие ресницы, нет, объем в меру, она делает хорошую длину, прочесывает реснички, они просто вот лежат веером одна к одной, и длину сказала, и изгиб, вот этот вот классный изгиб. Это моя любимая тушь, я надеюсь, она будет всегда в каталоге, потому что периодически я ухожу, пробую. Так, у меня сейчас вот тушь с эффектом кошачьих глаз, кстати, тоже нравится, но я все равно вернусь к этой периодически, да, буду опять пробовать что-то новое, потому что это любопытство, интерес, хочется, а вдруг что-то будет еще лучше. Так вот, все равно я буду всегда возвращаться к этой туше, и у нее удивительно странная цена, всего 249 рублей, вау. Несмотря на то, что масочный режим, я все равно буду говорить про помады. Почему? Потому что спрос на помады почему-то не упал, хотя больше стали тушь заказывать, больше уходовых средств, гелей, да, кстати, я хотела бы здесь еще отметить кучу гелей, классные предложения там. Ну, помада продолжает заказывать, потому что женщина не может без помады жить, согласитесь. Я даже дома губы крашу, хотя бы блеском, мне так нравится, когда губки вот они немножко очерчены, и я выделила именно эти помады, потому что я их просто обожаю. Первая — The One Color Obsession. Смотрите, все классно, дизайн. Первое, сразу сюда смотрю, я люблю красивые дизайны. Мне очень нравится то, что у нее прозрачная крышечка, и когда они рядом стоят, мне не надо открыть каждую, сказать, а, не та, я же хотела другую, а, не та. У меня так с помадами Giordani Gold происходит, у меня их примерно штук 10, они все золотые, и колпачки уже все перепутаны, поэтому, чтобы найти мне нужный цвет, мне порой приходится открыть 7, 8, 9, 10, и я только последнюю открываю, ту, которая нужна. Здесь же мне очень нравится, первое, это ее образ, второе, это ее качество, они просто нереально лежат на губах. Я очень часто с этой помадой в видео, вот тут вам покрашу, давайте вот тут на тыльной стороне, она просто сразу ложится идеальным слоем, никакой полосатости там, жирности или что-то, она легкая, она без аромата практически, то есть, а вы ее не будете чувствовать, то есть это то самое состояние, когда а я губы накрасила, не чувствую. То есть вот эта легкость, мягкость на губах, увлажненность, красота, блеск, сияние, вот все в этих помадах, я их просто обожаю. А вторая помада матовая, потому что есть люди, которые любят помады, чтобы они чуть-чуть там блестели, сияли, а есть люди, которым нужна чисто матовая. У меня есть только один представитель этой матовой расы, не знаю, почему это слово пришло в голову. Классная помада, и тоже мне есть чем сравнивать, мне недавно присылали с AliExpress на дегустацию помады, я хочу сказать, что Oriflame все же лучше, и те мне понравились, неплохие помады, но когда я ими крашу, у меня есть страх, а вдруг в них что-то не то, а вдруг в них что-то намешано, не знаю, что положили. Oriflame я доверяю на 100%. Смотрите, шикарная кисточка, вот этот вот легкий изгиб, заостренный кончик, который позволяет вот так вот просто пройтись без контура по губам и сделать вот рисунок, который нужен. По качеству она легкая, матовая, но не сушит губы, вот оно кайф, потому что были предыдущие серии матовые, которые все же сухость какую-то оставляли, особенно зимой было нереально. Этой же помадой я начала пользоваться как раз зимой, и я могу сравнить
ощущение зимой, когда мороз и солнце, день чудесный, в помещениях сухой воздух, на улице мороз, и губы просто страдают сильно. Я могу сказать, что эта помада зимой вела себя достойно, я очень довольна. Вот она сначала на ночь, она легонько так влажно выглядит, потом эта влажность уходит, и просто матовый финиш. Шикарная помада, вот рекомендую всем. Аж захлебнулась собственной слюной. Следующее предложение, которое я не могу пропустить, это три продукта, два мы покупаем, третий в подарок. И это серия On Color, вся серия. У меня есть представитель помада, то есть вы можете выбрать любые продукты, может быть тушь, помада и подводка, например, или стик, две туши, карандаш какой-нибудь, там тональная основа, еще что-то. То есть вы собираете себе свой комплектик на ваш вкус. Итак, первое, то что я попробовала, это помада, я от нее в восторге. Это такая редкость, чтобы мне понравилась дешевая помада. У нее достаточно приличный дизайн, давайте начнем с этого. То есть красное, черное, это всегда смотрится эффектно и гораздо интереснее, чем было сочетание белое с черным, согласитесь. Наклейка, то есть вот эта надпись, не стирается, это тоже приятно, потому что я не люблю обшарпанные тюбики. Тюбик не выглядит обшарпанным, если, например, сравнивать с серией The One, там все коробочки, они очень быстро приходят в такое состояние. Кстати, помады нормально, от коробочки быстро обшарпываются и выглядят некрасиво. То есть тюбик приятный, а помада удивила качеством. Бесподобно лежит на губах, все в ней классно, начиная вот от начала, как мы наносим, как она лежит, как она себя ведет, как чувствуют себя губы, я просто в восторге. Огромная цветовая гамма, по-моему, 25 оттенков, сейчас я вам покажу их, вот они. И вы можете взять три помады, две за деньги, третья придет в подарок. Это классное предложение. И у меня есть два стика, всего их пять. Стики — это с одной стороны у нас помады, с другой — карандаши для глаз. Обратите внимание, они толстые, помада толще, чем карандаш для глаз по стерженек, то есть сам стержень, гриф, а у карандаша для глаз тоньше, чем у карандаша для губ. Я так понимаю, что это помада, потому что я крашу целиком губы и мне комфортно. Единственное, что у меня какая претензия к этому стику, то что я не могу его поточить точилкой Oriflame, она мне просто его обламывает, и так как гриф очень мягкий, то и обламывает гриф. И есть рекомендация перед тем, как точить этот стик, карандаш, положить в холодильник, чтобы гриф чуть-чуть охладился и не стачивался, не обламывался. Я пока не пользуюсь, ищу точилку. Мне рекомендовали точилку подобрать другую, и сейчас вот как раз открываются магазины, я просто ищу другую точилку. Мне жалко использовать этот продукт, потому что мне действительно понравились, особенно карандаши для глаз, очень классные по цветам и по качеству. И стики для губ тоже роскошные, особенно нюдовый, он практически невидимка, и это иногда бывает так нужно. Давайте я вам покажу по цветам то, что у меня есть, хотя есть на канале обзор, и вы можете открыть это видео и целиком посмотреть. Итак, стик с бежевый — это просто приятный нюд для губ. Для глаз — это шоколадный оттенок, красивый цвет карандаша для глаз. А второй у меня розовый, шикарнейший розовый матовый цвет, просто на губах красиво очень выглядит. И такой же холодный для глаз синий. Я, кстати, делала макияж и получила миллион комплиментов, то что этот цвет сделал глаза невероятно выразительными, потому что глаза у меня серо-голубые, и синий он вытащил этот цвет, усилил его и сделал просто вау. Итак, три продукта, два выбираем, третий идет в подарок. Так, дальше, последняя страничка, это серия «Чайное дерево». Не могу никогда пройти мимо этой серии, и у меня уже огромное количество заказов на масло, я буду брать его себе, потому что это лучшая цена за последние, наверное, пару лет на этот продукт, всего 129 рублей. Далее, антибактериальный карандаш, который точно можно носить на зоны, где появился прыщ, и гель. Итак, показываю масло чайного дерева. Почему я его так люблю? Оно нам заменяет пол аптечки, то есть все раны, ушибы, укусы, ожоги, вот все, что внешнее
повреждения какие-то, мы все лечим маслом чайного дерева, и синяки в том числе, то есть все абсолютно. Далее я его закапываю в нос, развожу 3 капли воды, капелька масла чайного дерева, размешиваю пипеточкой, капаю в нос по 2 капельки. Я полощу с ним горло, когда я чувствую, что у меня что-то дискомфорт какой-то, а вдруг, ну, переохладилось, а может быть вирус. Я просто полощу чайным деревом каждый час. Я развожу в стаканчике, то есть, ну, где-то вот так наливаю очень теплой воды, прям очень теплой, как обычно полоскание, и 5-6 капелек масла, и просто полощу, выплевываю, то есть я не сглатываю, естественно, оно не для внутреннего применения, это масло. Ну и что еще, если есть перхоть, можно в шампунь добавлять, если прыщики замучили, то в крем можно капать, то есть вы берете крем лопаточкой на руку, капаете пару капелек, лопаточкой смешиваете, переносите на лицо или пальчиком, как удобно, переносите на лицо, и все классно. То есть можно с ним и ванночки принимать, если какие-то проблемы гинекологического характера, и ножные ванночки, и если грибок на ногах, там запах неприятный. У меня, кстати, был клиент, который маслом чайного дерева вывел у себя на ногах грибок, то есть он мыл ноги, скрабировал их хорошо, потом натирал маслом чайного дерева тщательно, прям все вот где кутикула, все меж пальчиками, то есть все, чтобы обеззаразить, обезвредить и уничтожить все микробы. Это мощное антибактериальное и ранозаживляющее средство. Почитайте в интернете, огромное количество рецептов, как его можно применять. И умывалочка вот это моей дочки, я у нее взяла на прокат, вам показать, 125 миллилитров чудо. Этот аромат чайное дерево и лайм, он, во-первых, очень приятный, во-вторых, он хорошо очищает кожу, молодую кожу особенно, у которой вот часто возникают какие-то воспаления, жирность излишняя, то есть он хорошо очистит и при этом не пересушит, то есть хорошее комфортное очищение. Я сама иногда им пользуюсь, просто иногда хочется чего-то другого, и я пользуюсь случаем, что у меня рядом есть девочка, уже большая девочка, ей будет 21 год, у которой другие продукты, я могу их просто иногда попробовать, и мне это нравится. Вот так, мой топ 10, вот такой вот емкий, да, немало пришлось рассказать, потому что на каждой страничке бывало по нескольку продуктов, но я выбирала тщательно то, что вот самое-самое любимое, поэтому от вас я жду лайк, если видео полезное, и в комментариях напишите, какой ваш топ, какие ваши любимые продукты, может быть, я что-то пропустила, бывает такое, что ваши комментарии помогают мне открыть глаза на какие-то нереально крутые продукты, и я вам за это очень-очень благодарна. И спасибо всем за внимание, до новых встреч, с вами была Лилия Донского, пока-пока. Поцелуй.